Как описать чувства, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо, когда видишь город, в котором когда-то родился и в котором теперь властвует чудовище? «Вот он, мертвый город», — сказал мне Бурбон. «Добро пожаловать домой». А теперь будь очень, очень на стрёме. А вот и счастливые, бля, жители этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, замороженные, но чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует, вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны мастерят, куда добычу стаскивают. Так что ты, наверное, у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Так, что тут у нас? Ага, фильтрик пригодится. А тут и маслинок насыпало. Спасибо, братан. Ну что, готов? Тогда двинули дальше. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты. Ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим, ну как добазарились. Пацан, начкуйся! Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, нычкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут, но лично я называю их суками. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артем. Давай, прыгай, я тебя поймаю! Да что ж мне так не прёт-то, а? Придется тебе обойти это, Артём. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучишься в 2 секунды. Вон там, видишь здание с воротами? У него во дворе вход в шахту, тебе туда. Я тебя буду ждать в здании, там есть укреппозиция ордена. И не тормози. И главное, Артём, главное, не ешь желтый снег.
Ты меня напугал, парень. Рад, что справился. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. Почти! Почти пришли, еще один двор остался. Главное, помнишь это? Помнишь? Главное, помнишь?